world. Всем привет, с вами Негатив. Пошел, в общем, ловить Ринкса, поймал его с Аклана. 20-й ранг, после боя я уже статистику игроков посмотрел. То есть текущий у него там 86, у меня 84 в этом бою был. То есть оба 20-е ранги, по прокачке хер его знает. Ну, мою я показывал. Сбор ресурсов с моей стороны проходит четко. Я еще в море вышел с развертки, но не успел. Электростанцию одну, короче, поставил, рак. И завод героев не воткнул. И у нас в напарниках, то есть что у него, что у меня, в принципе, там 18-е ранги, винрейты по полтиннику. Ну, короче, классика, ребят, ничего нового, да? В общем, что тут делает у нас зеленый? Симбоу казармы в море выставил. Верфь он не строит, торпеды он не строит. Апается до гренов, апается до молотов, два завода, через 3 CS, тут, короче, экономику в тыл, но, по крайней мере, хотя бы 5 CS выставил, то есть плюс-минус, да? Ребята наспамили тьму койотов, тьму стрелков, короче, вообще я, про ящик тут можно молчать, и вот пошел он в море, значит, 3.15, мы ставим верфь. Ну, тут как бы у тебя кайман уже приплыл, поставь торпеду, блин, делает, короче, гренов. Крепогренщик, ребята. Четвертую CS-ку сделал. Сделал дельту. Зачем она тебе нужна, дельта? Ты уже просрал все ресурсы на этом море. Дружище, нету тут. И плывет аллигатор. Такой, атакуем точку. Атакуем. Чем? Чем атакуем? Я как бы привык играть от развития, да? Я иду в третий штаб спокойно, в принципе. У меня, потому что здесь все нормально. Мой игрок тоже в море не вышел. Я мог посейдонами рашить, конечно, если бы они у меня были качанные. Но у меня нету посик, он 13 ранг. Поэтому я через море играть не стал. Викингов я не вижу смысла делать, их аллигаторами отобьют. А делайте викинга и дельту, значит, я очень сильно потрачусь на море. И у меня не будет либо земли, либо авиации. Я предпочел играть все-таки через землю и авиа. В общем, все, этого здесь убивают. Я ему пишу, разведай, выдвигайся, ты море уже просрал. Не трать здесь ни ресурсы, ни армию, выкидывай СД и отстраивайся нахер сразу оттуда. Все, ты уже проиграл море. Нефига тут оборонять. Тем более красный это 20-й ранг. То есть у него и так-то шансов мало было здесь как бы тут. Ну, чисто от торпед только сесть. Все, другого ему не дано здесь было. Фиолетовый как бы делает чисто Зевсов. Я вышел до Вертексов, сделал, апнулся до Серафима, сделал Цербера, чисто оборонять базу вот от этой пехоты, койотов. То есть, видите, вот этот бред здесь приперся. Койоты, грены, короче. В общем, рашит его здесь прям по-лютому. Я думаю, ну блин, ну что, как, неужели как лохи сейчас сольемся вот чисто вот трем аллигатором и там грена койоту. Пишу, чтобы этот отступал, потому что Зевсы нам еще пригодятся. Зеленый делает циклонов. Ну, грамотное решение, не спорю. Я сделал первого вертекса, начинаю все это дело отбивать. Сиреневый, соответственно, фокусит койотов плюс броников. Я фокусил именно гренов. Штаб ему здесь, значит, забирает. То есть он выставил авиазавод, он начал выставлять казармы в тыл. Но он не додумался, что штаб ему аллигаторами тоже заберут. То есть, ну, выстави штаб. Это же основное. Короче, он без штаба. Крепо греном, тут циклонами и зевсами плюс вертексами моими отбиваемся. Произвелся, значит, у меня Серафим. Море мы уже провтыкали. Лезут они, значит, под аллигаторов. Своими зевсами. Рискованный поступок. Ну, как говорится, да ладно. Там 5 аликов, они в 4 зевса плюс пехоту хотят их убить. Я, соответственно, пытаюсь забрать, соответственно, ну, вот часть этой пехоты, она мне здесь покоя не дает. Прилетел, значит, Серафим, плюс есть вертекс. Вижу, что там циклоны впитывают. А, нет, я еще здесь. В общем, Серафиму хороший залп по пачке дали. Плюс идет цербер, плюс идет молот. И, в общем, весь этот газмяс мы разбираем. Тут они самое интересное совместно что-то как-то даже отогнали. Этих аллигаторов умудрились. Я, соответственно, пытаюсь рашить вот таким вот мясом желтого игрока. Цербер, соответственно, по мясу. Серафимом выбиваем ПВОшки. Вертексы построящимся на подмогу.
Там еще ПВОшка уже от зеленого игрока. Ребята не сильно каченые. То есть, хочу сказать, гренами закидывают моего молота плюс Цербера. Серафимом пытаемся все это дело здесь встретить, плюс дельты, но подъезжает красный игрок, он, то есть, аллигаторов сделал, зеленого рашнул, делает яга дикий, то есть, ну, четко играет, нормально, хорошая игра, бесспорно. Я в четвертом штабе, значит, насколько я понимаю, Серафима отвел, сажусь на снабжение, нужен Солярис, здесь выставляю оборону, то есть, я выставил в тыл, потому что знал, что зеленый, скорее всего, кончится. Фиолетовый вышел в четвертый штаб, но авиацию он ничего не делает, чисто голых зевсов, то есть без тайфунов, без щита, без всего. Зеленый отстраивает, значит, штаб. Здесь увидел ЗСМ, решил его сразу же забрать, то есть Серафимом с тыла залетел, выбил. Вижу, что на меня едет красный. Зеленый у нас пошел в контратаку, выбиваю здесь, значит, одного дикобраза. Начинаю фокусить другого, то есть пока, соответственно, Серафим впитывает. Серафимом добиваю недобитков. А вертексами бью по целым именно. То есть Серафим сейчас у нас должен развернуться. Выбиваю, соответственно, этого. Серафим добивает шотного. И добиваем, соответственно, последнего дикого. Здесь остаются голые ягуары. И уже у них проблемы у этой армии. То есть вертексами начинаю добивать ягов. Зеленый вот такой диверсионный отряд собрал. Мощный. 5 гренов, 10 стрелков и одна крепа. Идет, значит, он у нас в атаку, играет на втором штабе, апает казармы до гренов, ставит бункер. Все это через 4 CS. Это, видимо, потолок, лимит у него какой-то. Ну, личный. Сиреневый. То есть, ну, экономика есть, но он чисто зевсов, короче, делает. То есть он больше ничего не производит, дефает вот так вот море. Я, блин, смотрю на это все, ну, все как обычно. Произвожу, значит, я Соляриса. Выставил разведку, видим, что идет уже ЕГХАМ на них. В общем, дело дрянь. Делаю торов, потому что я понимал, что без торов я ничего не сделаю. Однозначно чисто голыми вертексами. Зеленый здесь, значит, заходит. Вот такая вот мощная атака. Я Солярисом по ЕГХАМу здесь дал, маленько их напугал. Ну, в общем, провалилась атака, увы. Полетел вертексами в надежде выбить хам. Не получилось, к сожалению. Вижу диких, решаю их забрать сразу же. Там всего один дикобраз, в общем, ну, блин, не получается засветить. Вижу здесь ягуара, решаю его забрать. То есть в любом случае ресурсы. Попадаю, конечно, под диких, но дикий 18 ранг. Ну, добавил бы вот он еще щита, цены бы ему вообще не было. Столько зевсов, вообще огромнейшая армия, плюс пехота, то есть циклоны, все это по засвету будет работать. И, значит, сиреневый собрался в атаку. То есть идет он в лоб на ЕГХАМ, снова заходят алики, то есть начинают их драть здесь с двух сторон. Вижу, что циклоны впитывают, поднимаю опять же вертексов, то есть думаю, ну надо, значит, отбивать. Что они будут весь бой, значит, от этих аликов, что ли, огребать? Циклончики впитывают, я вертексами все это дело здесь запинываю. Видим, что пододвигаются уже. А, тут еще Лева, короче, прилетел. В общем, отступили они от наземки. И мне воевать продолжать смысла там нету. Снова подходит аллигатор, начинает получать от зевсов. Этот чисто гренный и циклон делает. Ну и заходит у нас, значит, Лева по тылам. Пошли мои вертексы. То есть пассивка срабатывает. Пытаюсь выбить именно Левиафана, на развороте выбиваю пехоту. Тут еще Солярис у меня стоит, дежурит. Грены бегут, соответственно, за этим Левиафаном. Пока пассивки, я говорю, нету, надо его, значит, добирать. Там еще один аллигатор остался, в общем, Леву сажаем. Топлива, по-моему, нету. Солярис стоит у нас, дежурит, ресурсы я забираю. Ну и делаю торов. Делаю через два завода, то есть решил 6 вертексов, остальное все торами забить. Этот все своей пехотой пытается, короче, гренов, аллигаторов здесь убить. Частично ему это, конечно, удается. Так, тут у меня, значит, разведчики бегают. И я Солярисом поехал на желтого. Думаю, попробую диверсию с тыла. Но здесь еще один Левиафан, то есть желтый, красный у нас через левую играют. Здесь разведал, то есть ягуары дикие стоят в обороне. Летит, значит, у нас Серафим. Им я отступаю, Соляра на стопе стоит, и Сиреневый, видимо, набрал фулко, идет в атаку. Вижу, что... здесь еще зеленый Левиафан, то есть третий, короче.
Лечу тором, лечу по ПВОшкам. Думал, что сейчас вертексами разнесу. Но тут, короче, блин, прям вообще катастрофа с дикими. То есть зеленый кучу-кучу дикобразов наделал. Летят, значит, два левиафана, по которым впитываю. Думаю, надо что-то делать с этими левыми. Потому что, видимо, они собрались ко мне по тылам. Желтый заходит, то есть именно отсюда. Красный заходит отсюда. Выбивает вот эту всю диверсионную группу, которая пыталась убить по-прежнему аллигатора одного. Короче, зеленый у нас вообще никакущий. Красный нормально играет. Ну и сиреневый, то есть видя, что нас обходит с двух сторон, идет в контратаку, идет, соответственно, сносить красного. Ни тайфунов, ни щита, ни пехоты. Печаль, тоска. Ставлю здесь, значит, оборону, потому что понимал, что желтый на меня пойдет. То есть ставлю ПВОшки против Левы. Армия, так как у них ушла, захожу отсюда с Солярисом. Ну а здесь, опять же, голые ягуары, соответственно, идут в атаку на зеленого. На нашего зеленого. Сиреневый здесь пытается пробиться. С таким количеством, конечно, Зевсов ему просто нужно было идти на прорыв, валить штаб, валить, соответственно, заводы. Потому что здесь Лева, пехоты... Пехота, так как здесь голые хамелеоны плюс ягуары, я, соответственно, вертексами здесь выбиваю этих ягов. Циклоны идут на засвет. Он идет, значит, здесь по тылам. Куда он ехал, я так и не понял. Ну, за фокусе штаб, основное же здание. Просто фокусе штаб. Я, соответственно, солярой пытаюсь выбить этот штаб, потому что они сейчас, им страшно, соответственно, потерять, соответственно, красного игрока. Завод Дахама он выбивает. Вот он переключается наконец-то на штаб. Но тут аллигаторы, два левиафана, ягуары от всех трех игроков. Здесь я штаб, по-моему, не добил. Я лечу торами его добивать, короче. В общем, добиваем штаб желтому игроку. Сиреневому, ой, сиреневому, красному он не добил, к сожалению. Еще я пытался здесь ПВОшки выбить. Но там тьма дикобразов, снова заходит этот ЕГХан, тут пехота, огнеметчики, циклоны, но по-прежнему, то есть прессуют зеленого игрока, ни оборонки у него, ни техники, ничего нету, то есть ну хотя бы рушки что ли выставил бы. Ягуары пошли, значит, на прорыв, соляра у меня здесь по-прежнему диких отрабатывает, отсюда приезжает желтый, красный у нас прорыв Тесельхофа осуществляет, сиреневый остался без армии, то есть по сути отбиваться мне здесь чисто вот вертексами нужно. Иначе сейчас мне, если по торам зарядят, будет просто капздец. Отсюда тьма диких, то есть летать сюда вообще не вариант, иначе я потеряю свою авиацию. Здесь пригодилась все-таки рушка моя. Выбили мне эту рушку, выбили, выбивают, соответственно, ПВОшки. Ну и я понимаю, что здесь я только торами отобьюсь, то есть мне нужно выбить вот этих диких. Бомблю, соответственно, на опережение, четкое попадание от первых трех, Цербер, соответственно, тоже здесь маленько сделал свое дело, выбиваем ягов, поднимаю вертексов, добиваем последних, соответственно, дикобразов, зеленый у нас все, электроэнергии нету, экстренный мер, это не знает, где находится чувак, скорее всего, без бустов играет, у него ничего не производится. Ну, в общем, здесь я, короче, отбиваюсь, один авиазавод мне выбили, оборонку выбили. Но отбиваюсь, отбиваюсь. Отсюда идет, значит, у нас зеленый с пехотой, с дикими, с гренами. Здесь опять же отряд, то есть я не стал снимать. То есть у меня зевсы стоят здесь, есть авиация. Тут у нас солярис по-прежнему дежурит. Ну и оборонка здесь небольшая. Прилетает, значит, Лева. Здесь сиреневый его пытается отбить, соответственно, этих ягуаров выбить. Плюс аллигаторов он снова подделал. Ну, а меня здесь начинают пробивать. Пробивать конкретно. Поэтому возвращаю Серафима, дабы он впитывал урон. Огнеметчики, благо, хоть чуть-чуть есть, кидается, соответственно, ядерка. И торами я бомблю, соответственно, по этой армии. То есть выбиваем гренов, выбиваем диких. И вертексы идут на подмогу. Серафим, соответственно, встревает стычку с Левиафаном, плюс помогают вертексы, добиваем последних ягов, добиваем Левиафана. Вижу, что здесь у них проблемы, теперь пытаюсь вертексами, соответственно, выбить ягов, то есть Левиафан не так страшен, как ягуары в тылу. Тут вроде отбились, все четко, восстанавливают там авиазаводы. Ресурсов много, но не знал на самом деле, куда потратить-то. Непонятно, что делать. То ли луч заряжать, то ли стенки строить. Хер его знает. Плюс столько контроля постоянно. То с этой стороны отбиваешься, то с той стороны. Ну, в общем, не хватало контроля, ребят.
По-прежнему, то есть видит трех, что ребята делают три героя, но добавь завод тайфунов или дощита, да? Снова зашел у меня, значит, отсюда Солярис, то есть хотя бы до заказ диких выбиваем, который недоконтролен. Здесь красный игрок просто точку до заказа, видимо, поставил на базу к зеленому. Снова Левиафан, то есть драконит их здесь, пока диких нету, пытаюсь выбить Леву. Серафим вижу, что получает, поэтому отправляю его в тыл. Сиреневый у нас копится около своего штаба. Ставлю опять же ПВОшки. Наземка у меня здесь курсирует. Ставлю ПВОшки сюда, потому что понимал, что сейчас очередные левиафаны прилетят. Сиреневый, видимо, Зевс у него заагрились. Этот по-прежнему огнеметчиков. А, не, уже Гренов спамит. То есть пытается чисто доспамом отбиться, соответственно, вот от такой армии. У меня на перезарядке авиация, восстанавливаю еще один авиазавод, или завод, да, авиазавод ставлю. Выставляю бункера, выставляю рушки. Этот недоконтроленный здесь, но я им желтого очень сильно здесь напряг. Пробил торами, выбил часть, соответственно, наземки. Вертексами добиваю очередного левиафана. Здесь вижу, что есть у нас голые ягуары, то есть дикого забираю вертексами. Серафимом пытаемся выбить этих ягов. Отправил часть Зевсов сюда, то есть часть у меня здесь стоит, плюс оборонка. Здесь один Зевс с щитом, и вот до заказ отправляю сюда. Моя задача, чтобы фиолетового сейчас хотя бы не пробили. Желтый у нас пиходрочер, то есть заходит он, соответственно. Ну, добивают они потихонечку зеленого. Выставляю еще оборонку, это, по-моему, СД-шка моя пошла, то есть я понимал, что надо дефать сиреневого, он что-то сам додуматься не может выставить бункера с рушками. Выбиваю, опять же, очередных ягуаров, выбиваю пехоту и, видимо, определенная передышка. Я в пятом штабе, ставлю, да, оборонку, по-прежнему произвожу и вертексов, и торов. Идет очередная спам-атака, грены, яги, дикие от зеленого игрока, сиреневый здесь пытается принять это дело. Выставляю еще ПВОшки. И здесь прям тьма, тьма, тьма гренов. Поднимаю опять же вертексов. Пошла куча просто диких от зеленого игрока. Оборонка, благо, тоже отрабатывает. Торами решаю пробивать по этим ягуарам с гренами. Ну, диких просто тьма. Блин, ну штук 10-15, наверное. Благо, я говорю, оборонку выставил. Солярис тоже здесь хоть как-то что-то накидывает. Бункера отрабатывают. В общем, всю эту пехоту здесь и рушки. Здесь у нас, значит, Зевсы стоят в приеме, здесь Зевсы от фиолетового игрока. Вот такая вот сплошная оборона, короче, от моря до края карты. Короче, пытаемся, непонятно, как тут, я говорю, отбивались. Не до контроля идет Серафима, прям не до контроля. Я уже голд оборону прожимаю, чтобы все рушки как можно далеко накидывали. Поднимаю одиночного Тора по ягуарам вот по этим, но переехал красный игрок. Пытаюсь вертексами выбить этих диких, пока, соответственно, у нас торы получали. Не получилось ничего. Ну и вроде от пехоты от этой мы отбиваемся оборонкой. Отсюда заходит красный игрок. Ну здесь опять же, то есть Зевсы, щита я одного все-таки поставил. Сейчас должны включить. Прилетает очередной левиафан. Ну и Зевсами мы отступили, но все равно хорошо он пробивает. Серафим мой падает. Ну и сейчас, наверное, опять же голд оборона должна пойти. Дикие не до контроля идут, сливаются об Зевсов. То есть пытаются они заскочить к нам вот сюда в тыл, потому что через оборону они пробиваться особо не хотят. Поднимаю вертексов, пытаюсь выбить левиафана, чтобы он здесь не мешался, потому что фиолетовый вроде перекрыл. Вертексами опять же уже на патруле прям отрабатываю, прям чтобы как можно больше целей сразу же захватывать. И вроде снова отбиваемся. Зевсов уже отправил добивать этих диких. И красный отступает под своих аллигаторов. И зеленый у нас делает грандиозное решение. Видя, соответственно, что там есть аллигаторы, что здесь катаются ягуары, он ставит за ресурсы штаб. Красавчик просто. Просто лучший. Я ему пишем, что жди, блин, ну мы тут как бы сами только отбиваемся. Куда ты ставишь, куда ты нам предлагаешь? На аллигаторов вылезать. И все, он здесь пишет, короче, ресурсов нет. То есть он поставил этот штаб за 1000 ресов. Блин, ну красавчик просто. Пишет, все, пиздец. Короче, борода. Зеленый наигрался окончательно. Он и в принципе от него здесь толку никакого и не было. Но теперь он хотя бы даже здание не построит. Я выставляю уже... Так, извиняюсь, ребята. А, ну сокройся, зараза.
Полетел, значит, авиацией посмотреть, что здесь творится. Где торы? Где торы? Где-то у меня торы. Выбиваю завод спецмашин. Фиолетовый, значит, здесь принимает у нас бой, то есть выбивает диких вот этих вот. Я выбил здесь часть ПВОшек, то есть пытаюсь зеленого, соответственно, ой, желтого маленько попрессовать. Пока такая передышка, как говорится, почему бы не атаковать их базу. Зеленый сливает последнего циклона. И до свидания. Все, остаемся мы, короче, вдвоем с сиреневым. Зеленый у нас вышел из боя. Мало того, что от него толку никакого не было в этом бою, так он еще и кит далого оказался. Увидел, что желтый идет на меня в атаку, и смотрите, чем он идет. Просто масс-стрелок от 4-го штаба, блин. Как законтрить это вертексами? Вообще никак. Здесь огнеметчик нужен или бункера. Идет прям на прорыв, видимо, на разведке пехоты. Пытаюсь выставить рушки. Производится у меня, по-моему, Солярис заново. Я не помню, где он у меня. Где-то он у меня есть. Вот он стоит. То есть вертексами я просто не могу это все за разом законтрить. Там едут еще ягуары. Рушка, конечно, одна достроилась, накидывает. Эта рушка туда он накидывает еще прям по моим аэродромам. То есть он хотел мне авиацию сломать. Подгоняю, опять же, Соляриса. Сиреневый здесь отбивается. Короче, прям вообще ад творился какой-то. То есть благо сиреневый начал делать циклонов вместо зеленого. Здесь отбиваемся от наземки, включаю ему щит, потому что понимаю, что сейчас прилетит, соответственно, ядерка. Ядерка прилетает, все равно пробивает, едут ягуары по тылам. Здесь, значит, активка по пехоте, но от безысходности, что по аэродрому мне не добили. Опять же, Зевсов снял отсюда, здесь глухую оборону выстроил. Здесь вроде отбиваемся, но не хватило мне контроля, то есть я поздно среагировал, что Зевсы поехали по тылам. Тут у нас, значит, все желтый отбит. Вертексами пытаюсь отбить ягов, чтобы, соответственно, сиреневый у меня тоже не кончился. ПВОшка, благо, то есть я добавил оборонку, перекрываю уже сиреневого игрока. Почему он сам не строил, я не знаю. Вертексами пытаюсь выбить Леву. Леву выбиваем. В общем, фулл КО сделать ничего не могу. Выбиваю хамелеон недоконтроленный. Опять же идет спам пехоты. Дикие яги уже от зеленого игрока. То есть чуть-чуть он задержался. Решаю торами пробить по диким, но он переехал, к сожалению. Опять же, оборонка отрабатывает. Рушку одну валит мне. Вертексами пытаюсь выбить гренов. И пошли уже циклоны. Циклоны. То есть он сам сломал заводы до Зевсов, выставил авиазаводы и начинает циклонами, соответственно, здесь играться. У меня, по-моему, все на перезарядке. Опять же, ставлю бункера, ставлю эти рушки. Пока циклоны впитывают вертексами, решаю полетать. Выбиваем, соответственно, ягуаров. Все вроде четко. Вижу хамелеон. Сразу же его забираю, чтобы он нам здесь не мешался. Полетел посмотреть, что здесь творится, идет до спам или нет. Тут куча-куча пехоты, благо спорный контейнер опять же на... А, здесь ядерка еще была, ребята. То есть мне по аэродромам херанули ядро. То есть торы мои улетели уже, а вертексы вот начинают все, соответственно, улетать. То есть прилетел ядерка, но выбили они вот чисто... Ну, чисто по аэродромам, и все, в принципе, они их и выбили. Авиазаводы, благо, уцелели. То есть не шибко сильное ядро, видимо. Но как без авиации здесь отбиваться, уже было непонятно, честно говоря. Выставляю аэродромы. Вернулось у меня, по-моему, два вертекса всего лишь, да. И летят уже, опять же, левиафаны заново. Выдвигаюсь своей наземкой, чтобы к нам по тылам здесь не заваливались. То есть, ну, совместно с циклонами что-то как-то здесь пробовать. Опять же идет спам пехоты, просто куча пехоты, пиходроч какой-то от желтого. Я отступаю под оборонку, потому что Зевсы против пехоты не алло. Циклонов они, конечно, тоже запинывают, но мы пока выигрываем время, то есть у меня производится авиация. То есть, три вертекса уже там есть, или четыре, три и один тор. Опять же пошла эта пехота на оборонку. Я снова с Солярисом сюда, я увидел, что он спамит чисто пехов. Все пехи у меня на базе вот здесь вот тусуются. И я решил заскакивать Солярисом. Просто прям по тылам, короче. Я его отправил туда, где потенциально должна быть ядерка. Загоняет он, значит, все это дело в лес. Циклоны светят, рушки отрабатывают. Здесь деф из Зевсов стоит. Здесь, опять же, буквально один Зевс, щит.
И на разведке техники несусь, короче, на дно Соляре в тыл базы сопротивленцев. Производится заново Левиафан. Вот она, ядерка. Это была от 18 ранга, поэтому она не так сильно ударила. И красный снова вот отсюда заходит, соответственно, там наземкой. Значит, принимаю решение выбить завод героев. То есть у него стряпается Левиафан, которого я недавно убил. Ядерка не заряжается. И поэтому завод героев, то есть он даже героя не отменил. Я ему нахрен его сразу же свалил. Добираю эту ядерку. Тут, значит, ЕГХМ от красного игрока. У нас оборона. Я произвожу авиацию. То есть здесь три Зевса, здесь чисто один, я говорю, и там щит плюс оборонка. Вместе совместно с циклонами пытаемся отогнать. То есть я принудительно стреляю, отступил он циклонами. Солярисом, соответственно, пытаюсь выбить завод героев уже красному игроку, потому что он посерьезней. Торами не попадаю, он переехал. Но яги вылезают из-под тумана, начинают получать. И сейчас циклоны грамотно пойдут на засвет. Не знаю, добью я завод героев или нет. Надо было добить. Куда я поехал? В общем, циклоны по засвету, Зевсы, соответственно, едут. Я их прямо на патруле нажал, потому что я Соляру там пытался законтрить. То есть, если бы он циклонами светил, Зевсы автоматом стреляли бы. Все четко, короче. Добираю завод ягов, надо было, конечно, завод героев добить. Идет недоконтроль, то есть я вернулся на базу, здесь Зевсов отвожу. Поднимаю вертексов, чтобы добить дозаказ, который идет у сопротивленцев, доспам вот этот вот. Выставляю заново оборонку. Авиацию вроде немножко, хоть чуть-чуть подкопил. Снова прилетает у нас, значит, герой от красного игрока. Спам пехов от желтого. Этого я отправил вот сюда, вот поставил на стоп. И я его, короче, здесь провтыкал. То есть я там на базе сейчас занимаюсь. Я не обратил внимания даже. То есть он просто сейчас сдохнет. Торами пробиваю здесь по ПВОшкам, потому что я понимал, что пробивать, видимо, от желтого надо. Здесь было хорошее попадание от торов. Зевсы стоят, стреляют принудительно. Вертексами пытаюсь выбить, соответственно, Левиафана. Отступаю, опять же, под оборонку. Пускай он светит, а оборонка будет уже отрабатывать. Летаю на патруле, то есть почему зафокусится, потому зафокусится. Соляриса, то есть я провтыкал, пока вот здесь вот контролировал свою армию. Выбиваем одного Левиафана, пролетает следующий. Здесь, соответственно, встречаем пехоту циклонами, бункерами, рушками и т.д. и т.п. Сижу на перезарядке авиации, то есть надо ее перезарядить как можно быстрее. Опять же, вот, ну, здесь грамотно циклонами он светит, то есть все четко, рушки отрабатывают. Одну, конечно, мне выбили уже. Садятся, видимо, хамелеоны. Я только поднял авиацию выбить их, но сели, и он циклончиками тоже отступил. Он в пятом штабе поставил третий завод до циклонов и, в принципе, больше ничего не делает. Я ждал, что он додумается луч построить. То есть у меня КО, потому что не хватает. Лечу торами пробивать. Опять же, переехали ребята. Блин, вертексами я, конечно, чуть-чуть добил здесь что-то. Пытаюсь выбить Левиафана, пока он улетел, пока он без диких. Левиафана, соответственно, добираем. Пошли на засвет циклоны. Зевсами я стою, соответственно, накидываю. Плюс, опять же, вертексы на патруле. Выбивается последний хамелеон, по которому я как раз зафокусился, поэтому вертексы не стрельнули. Производится заново у меня, по-моему, Солярис, либо уже произвелся. Должен я его сделать 100%. Где-то он должен быть. Не знаю. Сделал побольше авиации. Видим, ЕГХМ заходит уже на меня, а у меня здесь пустой фланг. То есть у меня наземка вся фиолетовую как бы защищает. Пробиваю торами, здесь было хорошее попадание. То есть, я думаю, большая часть ягов попала. Пытаюсь строить казармы, вылезают ягуары, получают сразу же. Я знаю, как это очень больно, то есть там все, что засвечивает, сразу получают. И получают еще юниты, которые под туманом от этих юнитов. Тут опять же Левиафан, дикие яги, спам от зеленого игрока. То есть благо, я говорю, желтый и зеленый были слабенькие в этом бою. И они не додумались сделать хамелеон, то есть по сути играет под хамом только красный игрок. Загоняю щит прям в туман, выбиваю хамелеон один, чтобы и рушка как бы отрабатывала. Второй хамелеон у него уже высаженный. Пытаюсь, соответственно, зафокусить его сразу же, потому что хамелеон производится долго. В общем, выбиваем. Пытаюсь уже выбить вот этих вот ягуаров. Отсюда заходит спам от зеленого игрока. Здесь чисто вертекс и рушка. Сиреневый у нас копит чисто циклонов вот здесь. Вот, возможно, без бустов, потому что развитие крайне медленное.
И заходит, я так понимаю, фулку от 4-го, может, 5-го штаба от зеленого игрока, включая щиты. Здесь буквально пару дохлых зевсов стоит. Пробиваю торами по гренам вот здесь вот. Здесь, соответственно, вылетают у нас циклоны. Кидается ядерка, но там уже армии-то от пехоты практически не осталось. Рушки отрабатывают. Здесь вертексами пытаюсь отбиться от чисто просто спама. Мамонты пошли от зеленого. Он, видимо, уже контракты что ли делал или что. Пробить не могут, а уже каких-то мамонтов делает. Ну и, в общем, опять же здесь отбиваемся. Теряю, конечно, авиацию, потому что со всех сторон идет армия. Пытаюсь и там, и здесь выбить. Произвожу, опять же, да, вот заново Соляриса. Техники у меня практически нету. Я вижу, что сиреневый, в принципе, сам неплохо технику уже контрит, плюс моя оборонка, поэтому зевсов практически не делаю. Здесь он меня спасает. Плюс вылезает соляра. Тут отрабатывают чисто рушки. И вроде все четко. То есть отбиваемся полностью. Прям практически полностью. Заходит снова красный отсюда. Я понимаю, что этот спам будет идти без конца. Надо мне выбивать какого-то игрока. Решаю выбить штаб желтому игроку. Штаб выбиваем. Штаб был картонный. Два тора лишнего. Сиреневый, я ему написал, чтобы он здесь оборонял вот эту точку. Запинывает, соответственно, Леву зеленому игроку. Начинает выбивать аллигаторов. Пока аллигаторы впитывают, я пытаюсь помочь ему вертексами. Бью именно по целым, чтобы урон просто так не проходил. Он добивает уже, соответственно, шотных. Снова бью по целому. Запинали уже 2 или 3 аллигатора в общей сложности. Вертексы у меня сели, и я поэтому отступаю. То есть ребята ничего не могут сделать, диких не хватает, они их всех все сливали. И, в общем, заколупывает он этих аллигаторов своими циклонами. Здесь дозаказ у них. Я коплю опять же армию и пошел прям с Солярисом на прорыв. Потому что видел, что штаб я свалил желтому игроку. То есть до заказа у него не должно быть. Армии мы их отбили. Отбили прям вообще конкретно. Прилетает ядро. Блин, прям в тот момент, когда я поднял авиацию. Половина авиации прям тут подохла. Но не суть. Я пошел, короче, с солярой. Зачем они били сюда по экономике, я не знаю. У меня еще реконструкция целая. То есть надо было снова по авиазаводам бить, наверное. Снова зеленый. То есть захожу с Солярисом, ничего он лучше здесь не нашел, как защитить эту ядерку вышками. Зачем? Я так и не понял. Ну и, в общем, еду я здесь по тылам, пехоту они спамят, дабы отбиться от соляры, выбиваю завод героев, то есть красный игрок не стал его чинить. И здесь уже отправляю торов бомбить штаб именно красному игроку. Плюс вертексы, штаб ему добиваю, добиваю завод до ягов, выбиваю завод до хама. И красный игрок, как вы понимаете, у нас просто выбит из боя сейчас. Решил верфь ему забирать сразу же, чтобы он больше аллигаторов не мог сделать, и мы от моря были защищены. Пытается он здесь отступить, то есть у него один ягуар, два хамелеона, но у него нет базы, он ничего произвести сейчас не может. И к нему залетают, соответственно, масс-циклон уже от фиолетового игрока. Я, по-моему, даже реконструкцию не стал использовать. Здесь я уже понял, что мы победили. То есть все, их давка закончилась. Два штаба я свалил. Желтый вне игры, этот вне игры. Ядерку я здесь выбил. Как бы, ну, шансов вообще никаких нету. Захожу вместе с циклонами своим Солярисом. То есть выбиваю часть армии. Пытаюсь диких выбивать, чтобы, соответственно, циклоны не получали. Ну и здесь он уже просто их насилует именно масс-циклоном. Я Серафимом прям под циклонами работаю, то есть я говорю, диких фокусил, заводы вот эти вот до дикобразов. Он точку сбора циклонов ставит сюда, я, соответственно, зевсов тоже отправил прям на патруле, лечу торами снова валить штабы, лечу валить именно желтому игроку, вертексами на патруле выбиваю диких, солярой тоже, соответственно, это же самое делаю. Залетает он уже в тыл. И не могут они просто от этого уже никак отбиться. То есть авиации у них нету, дикобразов не хватает, ПВОшек в тылу нету. Пытается он здесь заковырять заводы, вышки, соответственно. Я поднимаю опять же вертексов. Не помню зачем. По-моему, ПВОшки я здесь планировал выбивать. И здесь он уже просто их насилует, я говорю. Ничего не... Красный выбыл из игры, желтый выбыл из игры. Я уже здесь опять же солярой залетаю, начинаю выбивать вот эти тайфуны. И уже идут торы по штабу зеленому игроку.
тоже слабенький штаб, то есть три Тора практически пятый штаб забрали, с тем учетом, что это 19-й по урону, если не 18-й Тор. 18-й даже, по-моему. По урону именно. Но я добавил уже четвертую бомбу. Вертексами решают добить этот штаб. И вот такой вот бой, короче, ребята. По сути, сливной бой. Скажите, слабые сопротивленцы. Но и конфедераты-то были, ребят, не сильные. Я думаю, то есть по большому счету играли мы вдвоем. Красный против меня. Ну и спам от двух игроков, а у меня спам от одного игрока. А самое интересное, если бы они просто строились, спамили диких и там ягуаров, я думаю, они могли еще по активу здесь спокойно вытащить, затащить, потому что актив прям вообще не на нашей стороне, нас месили весь бой. Оборонка, конечно, тоже надо подтягивать. То есть, я говорю, конфу я маленько тормозну, мне надо ее подтянуть под 20 ранг, потому что ни Зевса, ни Вертекса, ничего 20 ранга нету. 19-й, ты считайте, не докач был. 20-й подавно. То есть, сейчас сяду маленько это, на месяцок на прокачку. В общем, такой вот бой. Я думаю, вам зайдет. Всем спасибо за просмотр. И прошу заметить, без луча. Луча с нашей стороны не было. Было две ядерки с стороны Сапры. Мы без луча затащили. И без фермы здесь никак не получилось бы, потому что, по большому счету, играл я один от этого спама. Все, ребят, всем спасибо еще раз. Всем пока.